Московская областная дума приняла закон о предоставлении ежемесячных выплат на аренду жилья учителям. На эти цели в 2024 году предусмотрено выделить порядка 2 миллиардов рублей. С февраля учителя Подмосковья смогут подать заявление на получение 20 тысяч рублей ежемесячно. Подобные меры поддержки уже действуют в регионе для медицинских работников, арендующих жилье. Для привлечения специалистов сфера образования также выстроен комплекс дополнительных мер поддержки. А именно выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство и по результатам ЕГЭ. Порядок и условия оформления выплат будут установлены постановлением правительства Московской области. Заявление можно будет подать на региональном портале госуслуг. Вытирая его полотенцем, мы его обсушим.